спите, да? Маленький, крупненький такой. А мы все на улице Пушкина, естественно. Ну, сейчас вот зашли в один магазин, я даже не достала, потому что, смотрю, ничего нет. Вот из того, что нам нужно яркое. Такое вытянутое. Почему мы на красный переходим? А что-то все на красный поехали. Вытянутое такое в длину повесить над столом. Сейчас вот здесь посмотрим. Ой. Так. Камакша быстро. Здесь только светильники, которые на потолке. Да, тут только для... А, вот, Толя, здесь только вот такие. Но это же тоже необычные лампочки. Они просто лежат. Тоже необычные лампочки. Красные. Ну, я как-то... Это красное. Ну, конечно. Нет, это не то. Это не то, что я хотела. Нету ничего. Мало, в общем, те, которые... А, вот они, да, на стенде. Нет, это не то, что нам надо. Они наверх светят или одна лампочка вниз? Нам надо три вот такого плана. А, спасибо. Где? Где? Дождь идет, конечно. Сейчас, видите, мне приходится так снимать. О! Потому что идет дождь. Я, конечно, повырезаю кусочки, чтобы было. Это не электрический, там же кабинки душевые. Почему красный все время горит? Мне кажется, сломался светофор. Не может же быть все время красный свет. И одним, и другим. Видите, приходится ходить в сапогах. О, здесь платная стоянка. Студия какая-то. Студия Декупа. Закрываем зонтик опять. Так. Хорошо. Ой, дверь меня столкнула. Габаджоба. Ой, извините. Да, это большие такие, ну как промышленные больше, видишь, такие помещения. Тут Карфур тоже? Толь, тут Карфур? Смотри. Я не знала даже. Смотри, может там есть еда. Корм для котульки. Для нашей маленькой котульки. Ну-ка посмотрим. Я даже не знала, что здесь есть Карфур. Очень интересно. Большой такой. Огромный просто. Сейчас. Только я здесь, честно говоря, не знаю расположение, но попробую найти. Да, вот 15,90 за килограмм. Текстиль на вес. Смотрите, белые шторы. Интересно как. Ну вот мы купили красивый бирюзовый. Мне кажется, будет очень красиво. Одежда. Все то же самое здесь, да. На матрасники. Кстати, большие. И хорошие матрасы укрывать. Слушайте. Ну это полиэстер. Вот эти просто, конечно, неинтересны. Так. Здесь побольше, я бы сказала, выбор. Например, чашек стеклянных нет в том Карфуре. Таких беленьких, вот таких синеньких нету. Вот такие красивые. Они толстенькие, тяжелые, керамические, такие глазированные. Так. Вот, носочки, трусики. Что-то я там не заметила. Вот полотенце, но это, которое видите, 24,90. Качество практически то же самое. Ледики. Тетрадки, да. Тетрадки Polaris 60. Понятно, что они везде. Polaris 60. Где же еда для кошек? Интересно.
Ну, вот обычно, где химия бытовая, там еда для кошек. А здесь нет. Так. Для плиты. О, с аммиаком. Интересно. Крем. Такая штучка интересная. Надо мне будет купить такую. Вот. Это все, что есть. Нет того корма. Пропал он, конечно. Да, жалко. Тот корм пропал. Тоже он был карфуровский. Фирменный карфуровский. Очень жалко. В Канаде я привыкла, вот покупала там... Как амуни-то переводится на русский язык? Да что такое со мной у меня? Нашатырный спирт для уборки. Там прямо и продается такой. Очень хорошо отмывает. Это же, естественно, достаточно экологично все. Ну, ясно. В общем, нет. Не успела достать камеру, там рыжий кошачок перебегал дорогу и почему-то ушел на стройку. Не знаю, что он там делал. В общем, это третий магазин, и ничего нет. Вот то, что наверху, люстра есть, а вот светильники, которые на стены повесить, чтобы они как бы вниз светили, знаете, как такой полосочкой. Ну вот у нас над столом получается. Я там и занимаюсь, и работаю, и кушаем, и пишу. И там, конечно, темновато. Не нашли. Но мы же на улице Пушкина. Здесь же есть все. Просто мы плохо искали. Сейчас посмотрим. Жду. Пока муж подъедет на машине. Просто я не пошла назад. Мы поставили машину и пошли вперед. Три магазина обошли. Вообще на улице не холодно, тепло. Сказала адрес. То есть я не знала, что здесь Carrefour. Я так понимаю, что это новое. Тут у них такой типа торгового центра. Вот Carrefour. Действительно, видите, там вывеска. Это Пушкина 37. Пушкина 37. Там такой довольно большой Carrefour. Это очень-очень даже удобно. И приятно. А я все еще стою, жду. Не знаю, что-то такое там случилось. Не поняла. Киса. А киса? Киса, ты почему мокнешь? Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Я не знаю, как. Хоть. Кисуля. Ой, топорот, не бойся. А тебе туда надо домой попасть, что ли? Нет, я тебе ничего не сделаю, маленький. Вот зови. Сейчас придет твоя хозяйка. Мне кажется, он здесь живет. Сейчас услышит тебя хозяйка, маленький. Это домашний кот. Сразу сообщаю вам, что я не пристегнулась, во-первых, собаки бегут через дорогу, а во-вторых, что котика хозяйка услышала, он мокрый весь, и она ему открыла дверь. Вот. Слушайте, я чуть не... Ой, как тут узко, зонтик не влезает, смотрите. Представляете, какое расстояние? Тут зонтик не влезает, Толя. Виноград, короче говоря, будущий. Я хотела вообще розы снять. Ой, какое красивое пятнистое дерево. С куполом таким чудесным. Ой. Мы не смогли поставить машину, где модус. И там несколько магазинов электрических. И нам пришлось вот так вот долго идти. Вот мы сейчас идем. От самой Горгии. А как правильно, я не знаю. Я думаю, что это... Мушмула. Да. Это Мушмула, да. Да, это Мушмула, она так просто похожа плодики. Здесь не пройти с зонтиком, машина стоит. Ой, анекдот. А тачка у тебя есть?
Мусор не перевозишь никакой? Чего? Тачка есть у тебя? Нету, надо. Так вот, мы сейчас прошли. Ой, какие красивые кирпичи. Какие красивые. Толя, подожди. Мы договорились, что мы идем только за светильниками. Ну все. Пропал. В недрах магазина. Там канатная дорога. Она работает дождь. Надо же. Там канаточка, видите? Ой, кто-то едет туда, а кто-то едет обратно. Дождь настолько сильный и настолько мелкий. Как вам показать? Вот он на луже, если только. Он моросит, как душ. Как душ, душевая лейка. Мелко. То есть вот я не спасает зонтик вообще. Брюки все насквозь. И пальто тоже. Если видно, вот он настолько мелкий. Вот модус. Там тоже есть электротовары. И рядом два магазина. Профили какие-то, видите? 40 на 40, 30 на 40, 20 на 20, 50 на 30. Это, наверное, 46-32 лари. Или это Тетри. Я не знаю, как надо потом спросить у мужа. Например, 20 на 20. 26. Этот значок, это Тетри или лари? Лари, одна штучка. 26 лари, одна штучка. А сколько же их надо? Вообще нельзя пускать мужчин на улицу Пушкина. Если нужно купить этот светильник конкретно, то тогда лучше он отдельно сам ходит здесь, наслаждается в раю в своем строительном. И светильник отдельно покупаем. Турецкие, видите, типа калориферы. Унылая сегодня погода, но обещают скоро, буквально через 5-6 дней, обещают усиление, увеличение температуры 18 и 20, и без дождя будет солнышко. Так, ну что вот один светильничек, ну куда вот его один? Ничего не видно будет, он симпатичный, но почему их не два, не три вместе? Ну, это все. Ну вот они однотипные все, 34, 37, 50, они вообще для меня ничем не отличаются. Но стоят они, ну это вот как в коридор, наверное, да? Это как для ванных больше. В общем, опять нет ничего. Да. Это все потолочные светильники. Коридорные какие-то. Вот такие точечные тоже мне не подходят, потому что там нужно и украсить одновременно. Мы купили лампочку. Потом покажем. Смотрите, кабинка. И дождь. Там полное написано MasterCard. Какие чудесный, красивый домик с какими кактусами шикарными. Сегодня такой бардак на улице, столько машин. Негде, ну тут модус, видите, за модуса негде поставить машины. В общем, она была единственная, эта лампочка с тремя флакончиками. Может быть, это не совсем идеальное то, что я хочу, но очень-очень. А вот, кстати, и идея. Ой. Сейчас я сниму. Как раз на балкон мне нужна такая штука.
снять это с увеличением, потому что будет непонятно. Вот такая сеточка. И там можно ставить цветы, или у нее будет горошек плестись у меня на балконе. Вот такое мы сделаем.